Почитайте внимательно. Та-та-та-та-та-та-та-та-там-там. Всем привет, с вами Данил, и вы на канале Симал. И мы сегодня будем проходить, ну, продолжать проходить Outblade. Так сказать, на чем мы остановились? А, мы тут победили Ципу. Ха, который, типа, осмелился нас победить. Но ничего, мы им кукан не порвали. Этой Ципе. Так. Сейчас чуть-чуть звуку прибавлю, чтобы слышно было. Ладно. В детстве она часто лежала в траве и смотрела на облака. И видела там смущенные, меняющие лица. Извиняюсь за кашу. Скорее она стала замечать лица везде, в деревьях, в горах, в пещерах. Интересно, а ты умеешь видеть лица? Они везде, если присмотреться. Это девушка какая-то говорит, я вот почти пытаюсь как... А, мы уже тут были, нам подняться же надо, ё-моё, ну сейчас... Или как это работает, я не понимаю. Ну, типа, мы отсюда зашли. Потом... Потом мы поднимаемся вот так вот. Да, нам подняться надо. Или что-то я опять путаю. Что тут вообще? Ну да, нам туда надо. Ну кажется сюда. А, ну да, вот, видите, тут открылся даже какой-то врата. А, да что за хрень? Почему я путаюсь? Где мы вообще? Что это такое? Я просто не... А, вот тут вороны стоят, точно. А там мы пытались. А, точно, вспомнил, все. Что-то я просто потерялся, смотрю, куда нам идти? Что? Я просто давно уже так не снимал, просто холбит, и все позабыл. Так, мы тут... Да, нам вперед получается. Что-то я смотрю, что-то знакомое, типа, вот это место. Но я не понимал, почему оно знакомое. И вот. Она из-за этого. Так. Сейчас мы идем вот сюда. Сейчас посмотрим. А я вообще не понимаю, что, куда нам надо идти. А, точно, нам же назад надо вернуться. Мы же победили босса. Сейчас мы назад вернемся. А, это типа мы самый близкий путь был. А мы так обошли его, так сделали. А мы самый близкий... Или... Я не понимаю, что тут делать надо. Я уже забыл все. Все, что надо. И вот. Опять какая-то хрень будет сейчас, да? Или вот так вот посмотреть. А, ну вот, да, тут путь какой-то. А, это мы типа поднимались отсюда. Так, да, возвращаться надо. Вот сюда. Не, ну это все же цыганские фокусы всякие ваши. Интересно, а ты имеешь видеть лица? Они везде здесь посмотреться. Да. Да, пока спускаемся мы вниз. Так, спустимся. Ух ты, игра присела только что, это часть. Мир прогружался. Так. Нам туда надо. О, сохранюшка произошла только что. Так. А куда нам вообще путь дадут идти? А, мы же к пингвину должны ждать идти как-то. К залому. Да. Но мы к этому берегу были, он там уже историю рассказывал нам.
про Иону или Мону, я не помню, как он там назывался. Флаш. Обладая законом Вальрана и знак Старта, ты сможешь пересечь мост над рекой Ножен, ведущий в Хельхейм. Что такое? А не открывая врата. Она должна открыть врата. Не надо. Но был же сейчас недавно босс. Почему махать же должен сейчас? Я не знаю. Быть. По логике не должен быть босс. Сейчас должны быть загадки какие-то. А потом босс. Ну или она, или эта игра после всех нас обманет и будет у нас махач. Ну или очень долгая загрузка. Все сидеть и грузить, бежаться будет у нас все. Да, ладно, я тогда побью. Темно, тьма, только мертвые пройдут. Киношка. Ну или мультики, не знаю, что это такое. Но я же убрал шумы, почему они снова появились? Ну что это за вид? Или видео типа в шумах полностью, или мне просто как-то так видно шумы. Вам видны шумы? Или как? Ну я убирал шумы. Дрот, кто здесь? А, это она говорит, я мам. Никогда, только я. А, никого, только ты даже думала, что я отпущу тебя, что ты оставишь меня в диких землях. Я никогда не отпущу тебя. Тебя от меня не скрыться. Я твоя тень. И я буду смотреть на тебя в тот миг, когда ты испортишь. Ой, испутишь. Я готова умереть. Будь готова, когда увидишь, а что они сделали с твоими милым возлюбленным. Типа, Делион, Делион! В оживлении кошмара сбываются все сны. Ты искала способ сохранить власть над собой. Искала способ пережить это. Это какая-то казнь, я знаю, у этих. У скандинавцев, у всяких типа таких. Когда ты был влюблена, ты оставила его в плавающем, чтобы заглушить ярость голоса и изгнать свои страхи. Но потом из тьмы явились они через бурные темные моря и отпущенные эти берега. Или опустошили эти берега. Ну, около Франции, типа, давно-давно. При еще Римской империи были такие слова. Типа, Галия, все такое. Ты все еще слышал его крики. Теперь, когда ты дома, он так далеко, они забрали его души. Те боги, которые ты не можешь, можешь молиться. Типа они казни такие делали. Она, кажется, ястреб называется. Или орел. Вообще стрёмная, типа, такая тема. Бля, шумы, шумы, шумы. Я же шумы отключил. Или они заново начались? Они могут разрушать тебя, но ты нарушишь обещание, и даже его смерть не разлучит вас. Через тьму вокруг ты пройдешь. Ты сражалась за любовь, боролась за свою мечту. Теперь тьма разрушала тебя изнутри, разрушала тебя внутри. Теперь тебе никто не победит. Никак не победит. Голова его отделена от тела, вместилище его души. Поэтому ты должна нести ее с собой, чтобы вернуть его домой. Ну, она там намного жестче выглядит, чем тут. Типа настоящий Кади. Нет. Нет. Она что, без муки? Или что с ней? Она ж по-другому выглядит, у нее лицо. Или она так должна выглядеть? Мне кажется, она по-другому выглядит, когда мы играли за нее. Они могут разрушать тебя, но ты не нарушишь обещаний, и даже его смерть не разрушить вас. Через тьму вокруг ты найдешь его. Твое мече еще бьется сердце. Ну,
Ну, у нее по-другому, кажется, лицо выглядит вообще по-другому. Когда мы играли за нее, сейчас посмотрим. Закажется, что она тоже такая белоснежная, белая у нее. Че это такое? Снова мультик. Снова шумы. Тьма коснулась тебя. Все видели это по овалах в твоих глазах. Вот, вот такая она все время выглядит. Возглавие, не замечание жизни. Ты бежал от нее, она только проводила ее все ближе. Привела его к нему. Бесконечное страдание, которое хуже смерти. Да, она вот так же выглядит все. А не так, как... И ты хотела сдаться, вырвать иглу и обрести мир с богами. Нет, тьма это не допустит. Ты войдешь в логу зверя. Ты посмотришь ему в глаза и пойдешь на нее войной. Ну я понять не могу, или она ее так специально там сделали. Белоснежная, без этой верхней синей штучки. Вот твоя цель, вот твой долг, больше ничего остается. А как бы тут вообще оказалось, ты мне объясни, а? Дурачок. Вот, идите. Она там белоснежная, а я могу вернуть вниз? Не могу. А, снова злой пингвин. Во, можно вот это, типа, этот. Взять расклад. Блин, как это называется, ё-моё, забыл. На превьюшку нашел фото. Ай, рогатый тут появился. А что это такое? Ого. А чё, почему ты? Вот так вот. Боги сделали тебя воином. Тебе без причины такая твоя презр... Ты что? Блин. Я боюсь, что меня сейчас сзади нападут. Но я слышу звуки их, конечно. На, козявка. Зачем страдания о прошлом, если перед тобой новый путь? Только в нем есть смысл. Действительно. Передо мной смысл. А что это? О, тихо. Да блин, меня это напрягает. Что с ними такое? Не, мне еще один удар, и я это упаду, кокнусь. Ай, я его скинул от этого шарика. Охренеть, ты что, мать? Сидит тут, ё-моё. Меня прокинул щитом своим. Вот так вот. Да вот этого яйцеголового просто. А, все, я понял, как его назову, яйцеголовый. У нее же голова, блин, как яйцо похоже. В маске сидит такой. Так. Может открой. А, ну все. Просто анимация шла. Долго так. Каждая твоя врата во тьму, которую ты откроешь. Это новая битва с нею. Ни хрена себе ей в челюсть дали. А, надо было увернуться, это что такое? Я не понимал, что надо делать вообще как-то. Это новый босс? А, типа ты хочешь, чтобы мы вместе остались, да, они? Не, ну ты не настолько красавчик, чтобы тут с тобой оставаться над одним. Ого! Ого! Ну конечно, когда вырубил меня! Блин, пипец! У меня просто в челюсть дал один раз, и все, я вот сейчас камаю. А я что тут нормально? Почему можно, типа, было... Чтобы не было такого ситуации, чтобы мне в челюсть не дали. Я же нажал на пробел. Я же нажал опять на пробел, ну что за... Жопа полная тут творится. Но я нажимал на пробел, чтобы вытащиться, стать. А он не старател. Ну, сейчас посмотрим.
Я тоже вообще не понял, как тут у себя пробел работает. Ну вот, я сейчас... Ох, блин, он так быстро атакует, ты чё падает? Давай-ка быстро вставай-ка. Я... Ха-ха-ха, ни хрена себе. А если я вот так сделаю? Я тайминг просто попал нафиг. А у него вообще лица даже нет, ты чё? Не, ну шубка у него нормальная, я вам скажу честно. Сидит такой в шубке, блин, волк или кто это такой, барай? Медведь? Я же нажал! Да твою же дивизию! Я тебя манал в урод просто! Да вставай ты! Чуть по гробу я не получил по своему нафиг. О, да, вот так вот. Она устала уже. Сейчас отойдет у нее чуть-чуть. Что ты гребаный носорог, а? Я потерял ее! А, вот и. Надо быстрее убить, а то я думаю, мне сейчас там кокнут. Да с... Они меня забили! Да ёб твою, я тебя сманал! Да их просто... Блин! Давай! Сейчас у неё кровь отойдет. Надо было чуть-чуть подождать просто. Гребаные яйца головы без брони, блин, просто. Тот же этот с щитом был. А этот просто с молотком. Просто не по-серьезному. А, что такое? Ёб твою. Ну чё, кто тут уже в углу сидит, пацаны? Типа, он тут... Паскуда, я тебя просто презираю. Я вас просто презираю. Уйди! Блядь, уйди, пожалуйста. Отхились твою же дивизию, что ты, блин, тут отхрамываешь? Надо того добить, блин. Ладно, я тебя добью сейчас. Не говори то, что у меня все кокнул. А не должен. Да твою же дивизию! Они просто бьют. Это все, это жопа, это пипец, нафиг. Пацан, ты поним... Блин, придется сейчас отхиливаться или как там. А, это уже третий раз, как я его не могу. Сейчас посмотрим. Но я уже понял все его приколдехи, как он тут дерется. Ну а чё, да ты не вообще никто, вообще, блин, волчья ты шкура, ё-моё. Сидит тут, пытается что-то мне показать. Они ничего не умеют. Блин, я же нажал на контр. О, вот это надо, вот так и показывается все. Лох полный. Ну чё яйца головы, блин, слабый. А ты вообще рогатый? Тебе вообще никто не давал. Блин, он что, он с прыжка что ли дал? Ну сейчас я отхилюсь чуть-чуть.
Так, окей. Ха, я увалил этого Улиня, блин. Ща ты остался. А нет, там еще один есть Улин. Ну, просто по звуку надо ориентироваться, чтобы меня никто не загасил. Просто сижу, блин, не знаю, как боженька сражаюсь. Просто как боженька, блин, я тебе просто боженька, я тебе сказал. Ты че? Я тебя же, блин. Тихо, 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 тихо. Ну давай, давай, кто тут сильный? Кто тут женщина? На, ты, вот ты женщина, я мужик. Ой. А вот с тобой можно способность использовать. Яйцеголовый ты хер, блин. Ну ты ж понимаешь, ты же яйцеголовый, ни хрена не знаешь ничего. Ну а, ну чё, где этот бибень большой, я не понял, бибы где ты нафиг? Бебра ты хрена. А чё, засал типа, он убежал от меня? Ну да. Что значит, сейчас мужиком оказался? Я, конечно. Бебра же убежала, а сейчас мы загадки будем начать, нормально. Ладно, пока мы не дошли, давайте почитаем. Когда бы не обошла та покрытая золотым мосту, ведущим Хельм, ты увидишь, что его охраняет великанша. Она просит твое имя спросить, из какого ты рода, она спросит, зачем ты пришла. Северяне рассказывают о Бринхейнде, женщина-великвоительница, которая бросила в вагоне и отправилась в Хельм, вслед за погибшим возлюбленным. Сигирн испортился великаншей. О, мы типа спуститься можем? Не, пока мы ничего не будем делать, потому что нам надо загадки решать. Тут загадка есть. Это я могу пройти куда-то? А, нет. Это сзади только открывается. Надо это три иероглифа разгадать, да? Я предполагаю, вот там. Путь Хельхейм не бывает прямым. Каждый ищет свою дорогу, соединившись с его секретами. И твоя дорога откроет тебе путь. Так, что тут? Все еще три буквы. Три буквы. Хотя бы какая первая буква мне подскажите? Вообще я правильно куда-то иду? Что-то не понимаю. Получается, надо подняться наверх, чтобы разгадать разгадку. Вот туда надо отвернуться. Ну, меня просто напрягает. Где мне тут буквы искать? А, во-во. Тут X получается. Менджи, ты только что такое появился. А, ну вот. А, на Е же надо прижмуриться. Что-то я не... Ну я же смотрю под правильным углом, в чем проблема? И надо приблизиться. Че, блин, ну что за хрень полная, ну вы мне скажите, как это вообще работает так? Ща букву С пойдем искать, да? Да пошли искать букву С, где находится. Так, предполагаю, она будет тут. Потому что я ее не вижу нигде. Типа в очертания. Нет, обязательно тут не будет, да?
Да, тут не будет ничего. Жалко. Сейчас опять там же. Но почему-то везде не было буквы С. Но я не видел. Ладно, опять я где-то прокажу где-то. Сейчас посмотрим. Может тут? Когда подойти сюда можно? Надо же, чтобы выделялась эта буква С. Может, я выйти могу? Нет, не могу. Так. Так. Ну, сейчас происходит какая-то хрень. Ну, типа, я вот так могу С выдержать, я не знаю. Если посмотреть вот под таким углом. Ну, С я могу выдержать. Ну вот, у меня же С выложилось. Ну что ты, блин? Как, не знаю, помойка какая-то. Видишься. Окей. А может, с другой стороны? Типа, я могу вот отсюда сделать себе. О, таймер произошел. Ну, сейчас решим это, посмотрим. Так. А что такое? Что случилось? Баг, что ли, какой-то или что? Типа, ну вот, я же сделал, типа, себе это. Так. Ну, X мы вывели, да. А в чем проблема? Я уже вот вижу C. Почему он не хочет? Мне чтоб C дали посмотреть. Ну это же на С похоже, да? Ну сейчас только поближе подойду, ну что. А это можно вывести вот так, если вот сюда сделать. То и получится, кажется, тот знак, который мы хотим. А, не, не тот. Да, это пипец. Я не помню, как это происходит. Тут какая-то лодка. Тут вообще лестница нафиг. Тут у меня ничего не погружено, кажется, выглядит. Что это такое? А как это ты мне объясни сделал, Света? Ты что это такое? Сосредоточься. Нормально, нормально. Не, ну реально что-то такая, типа, давай, поехавшая чуть-чуть. Она даже не видит это. Тут даже не магия работает, а то, что не видит, может быть. Вот сейчас буква С будет, да? Хорошо, конечно, будет С буква. Тут тогда можно, получается, решить всю эту загадку. Сейчас дойдем до этого. Да, вот оно. Слушай, если я отсюда пойду. Ну тут уже два становится, да? Сейчас мы туда идем. Идем. Все, это два. Да, получается, как-то вот так будем решать. Так. Пипец. Я вообще не понимаю, как она работает, вот это. Или надо смотреть по... Я вообще не понимаю, как это вообще рассматриваться. Но я знаю, как решить ту загадку. Она, кажется, так решается. Вот сюда идти. Не, нифига. Она вообще не тут. А, подожди-ка. Там можно наверх посмотреть, пойти. Пошить это до конца направо.
Ну, тогда можно спуститься. Загадки такие изи у них просто, я вообще не могу. Ну, кроме той загадки, которую надо просто сосредоточьтесь, Вот. И вот. Сосредоточьтесь. Огромный зал хельмов, высокий. А, ее пища голод, ее нож жажда. На ее пороге падает жажда ее крови, одр, болезнь, а полог. Ее кровь, пламя, погребольный костра. Что за хрень? Что за такие слова? Говорят, что узнают ее легко. Половина тела черна, половина цвета гниющими плоти, а лицо ее угрожающее грюмо. Да. Так, мы тут открыли ворота. Давайте откроем. Да. Смотрим. Я просто боюсь, опять сейчас будет типа босс или кто-то там будет снова. Так, кстати. И дальше продолжим играть. Ну, дальше продолжение этой. Чайки, я не знаю, что там. Будет, конечно. Так, до скорых встреч, удачи и до свидания.